На Кубани прошел четвертый этап благотворительной акции «Светлый взгляд». Акция, инициированная Ассоциацией христианских евангельских церквей «Союз христиан», совместно с салонами оптики «Рады видеть» при поддержке Управления Федеральной службы исполнения наказаний охватывает несколько регионов России. На этот раз офтальмологи из Санкт-Петербурга на современном оборудовании провели профессиональную диагностику зрения осужденных и работников исправительных колоний номер 2 и номер 6 Краснодарского края. Сегодня мы проводим акцию «Светлый взгляд» на территории исправительного учреждения номер 6 Краснодарского края. И цель этой акции – помочь осужденным провести диагностику их зрения и потом изготовить им качественные современные очки с хорошими линзами. Мы проводим эту акцию уже четвертый раз в Краснодарском крае. Помимо осужденных мы планируем провести диагностику также для сотрудников исправительных учреждений, так как видим, в этом есть большая необходимость. Сотрудники порой также нуждаются и в диагностике, и улучшении своего зрения. Мы изготавливаем очки с современными линзами, используем лучшие технологии, и в среднем одна пара очков обходится в 6–8,5 тысяч рублей. Сделать точные измерения, подобрать красивую оправу для будущих очков – дело ответственное. Встречаются очень трудные случаи, требующие изготовления редких линз. Но когда за дело берутся настоящие профессионалы из салонов оптики «Рады видеть», все получается на самом высоком уровне. Я в акции участвую не первый раз. Вот, и всегда поражаюсь ее растущим масштабом. То есть сначала мы только охватывали Петербург, наш край, теперь уже это Краснодарский край. То есть акция развивается, и она, видно, что эта акция нужна и важна. Ранее благотворительная акция уже прошла в нескольких исправительных учреждениях Ленинградской области и Краснодарского края и помогла всем нуждающимся получить качественные очки. Более 80% информации об окружающем мире мы получаем именно через зрение. Это самое важное чувство для человека из 5 имеющихся. Вот. И без зрения невозможно ни полноценно смотреть на окружающий мир, невозможно читать. Во всяком случае, это дается с большими затруднениями. Прекрасно, что есть забота у осужденных, что можно поправить и зрение. Вот, и спасибо. Спасибо государству, спасибо предпринимателям, спасибо всем. Сколько лет вас беспокоит ваше зрение? Ну, уже, пожалуй, 6 лет. Сколько лет вы бы еще не смогли исправить ваше зрение, если бы не акция «Светлый взгляд»? Ну, в ближайшие 2,5 года, наверное, я бы это сделать не смог. Почему вы хотите исправить зрение? Почему для вас это важно? Потому что это мешает мне читать, работать, ну, продуктивно жить полной жизнью. Медики не только делают необходимые измерения, но и проводят профилактическую работу. Рассказывают о причинах ухудшения зрения, знакомят с методами коррекции. По результатам измерений каждому пациенту выпишут рецепт и назначат изготовление очков с индивидуальными параметрами.